Лёша Романов для меня, конечно же, моя молодость. Прежде всего, и во-вторых, что самое главное, это автор и стихов, и музыки, которые повлияли на меня очень сильно, когда я был молодым парнем, 17 лет от роду. Вот именно тогда я услышал группу «Воскресенье» и Алексея Романова. И погиб навсегда. Я очень рад, что выходит книжка. Лёша, дорогой, ты наша гордость, ты наша любовь. Знай это, братское сердце. Peace.